Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи. Мы вас приветствуем в Центре современного искусства «Аурум» в мастерской на песке. Прямо перед нами август. И посмотрите, проезжая по полям в Грибовку, мы нашли с Вовой вот такой баштан. Случайно. Я, конечно, бросилась цветы собирать. Вдруг смотрю, не могу глаз оторвать. Маленькие арбузики спрятаны под вот этими листьями. Вот сейчас я оторву те, которые уже завяли. И посмотрите, откуда они вырастают. Вот из этих цветочков. Вот этот цветочек, да, желтый. И посмотрите, вот здесь вот шарик, это будущий арбузик. А вы-то думаете, откуда эти арбузы огромные получаются, которые сахарные, которые сладкие, вкусные. И мы ими просто не нарадуемся. Оказывается, вот. И вот эти вот арбузики, полосатики я их назвала. Посмотрите, какие. Один чуть-чуть больше, один чуть-чуть меньше. Один желтее, один зеленее. Один просто, знаете, изумрудные цвета. И я решила, что просто невозможно их не нарисовать. И вот сейчас мы с вами возьмем, схватим любой холстик, который есть. Вот у меня есть холстик 50 на 50. И, конечно, кто-то сзади должен быть. Сзади должны быть низкий горизонт, во-первых, потому что мы почти на земле лежим, когда наблюдаем за этими арбузиками. И, конечно же, маленькие деревенские хатынки, да, побеленные. И, конечно же, низкое небо с облаками. То есть мы сделаем пейзаж, а на переднем плане пустим вот эти маленькие полосатики, которые скоро превратятся в такие огромные. Я сейчас покажу, в кого они превратятся. И вы посмотрите, да, вдруг ни с того ни с сего они маленькие, а потом хоп, и превращаются вот в такие огромные. И самое интересное, что это ягода. Это ягода. Причем вот эту ягоду рисовать, ну как вам сказать, она уже все сказала своим вкусом и ароматом. А вот эту ягоду рисовать, это самый кайф. И будем сегодня делать картину из маленьких полосатиков. Давайте начнем.